Билли Хейс делает очень серьезное заявление. Круто. Давай ему позвоним. Расспросим поподробнее. Давай. Он находится в неизвестном нам месте. Здравствуйте, сэр. Привет, Джо. Билли Хейс. Итак, мистер Хейс, во-первых, спасибо, что согласились с нами поговорить. Для нас это очень важно. Спасибо. Итак, расскажите, как вы оказались на станции? Мой отец участвовал в строительстве объектов, военных объектов на базе ВВС Эглин. Он устроил меня на работу, когда я учился в школе. Я был уборщиком, прибирал вокруг антенн. Там находилась огромная система радаров, сейчас она стала частью ХАРП. Я был юнцом. Там нужен был кто-то маленького роста, чтобы пробираться между антеннами. Нам что-то говорили, и мы принимали это на веру. Хотя потом оказалось, что всем нам говорили разное. Система работы была построена таким образом, что мы даже не имели возможности перекинуться словечком, хотя жили все вместе на базе. Мы ничего не понимали. Мы не знали, где правда. Вы говорите, что вам объясняли одно, а другим ребятам другое. Скажите, что вам конкретно рассказывали о ХАРП? Нам говорили, что станция работает на благо нации, что мы солдаты и трудимся для наших семей, для Бога и для страны. Нам лгали. Сколько станций есть в мире, и сколько вы помогали устанавливать? Я побывал на 240 станциях по всему миру. ХАРП может управлять погодой? Ты точно хочешь знать? Думаю, ответ тебя не порадует. Хочу. Скажу так. 20-25% метеосистем управляется людьми. Ну и ну. 20-25% — это же огромный показатель, вдумайтесь. Невероятно, это очень пугающее заявление. То же самое и с землетрясениями. Можно с точностью контролировать, где случится землетрясение. И даже когда оно случится. Не может быть. ХАРП серьезно повредила ионосферу. Мы с вами говорим о том, что происходит на Земле, но никто не понимает, что частоты ХАРП распространяются и за пределы нашей планеты. Значит, ХАРП может влиять на всю Вселенную? Мы можем влиять даже на Солнце. Военные хотят получить возможность собирать антиматерию, а хранить ее можно только в магнитосфере. Военные хотят хранить антиматерию в магнитосфере? Именно так. Лучи ХАРП выходят за пределы нашей планеты и повреждают другие Вселенные. А еще они собирают антиматерию в магнитосферу. По-моему, вполне логично. Над программой ХАРП работает много чудаков. Я вам верю. Ладно, большое спасибо, сэр, что уделили нам время. Спасибо. Счастливо. Ну и ладно. Он сказал много пустых слов. Конечно. Даже не знаю. Слишком много домыслов и... ничего конкретного. Но если ХАРП способна вызывать землетрясения и торнадо, это мощнейшее оружие. Да, согласен. Я не исключаю возможность того, что уже сейчас проводятся опыты по управлению погодой. Даже не знаю. Итак, что я сегодня выясню? То, что в народе называют химиотрассы, это совсем не химикаты, которые распыляют по приказу властей. Они похожи на облака, потому что это и есть облака. Если о чем-то и надо беспокоиться, то о том, что над нашей головой самолеты жгут топливо, совершая по 93 тысячи полетов ежедневно по всему миру. Получается, если бы к нам подошли и сказали, «Слушай, в небе творится не пойми что, у нас над головами жгут ядовитое топливо», мы бы ответили, о, ну ладно. Главное, что можно долететь до Майами за 5 часов. Вопрос о ХАРП более сложный. Страшно, когда у тебя не хватает ума понять, кто пудрит тебе мозги. И, к несчастью, я оказался именно в такой ситуации. Я не знаю, кто прав. А знать наверняка могут только сотрудники станции ХАРП. Но они все молчат. И я бы тоже молчал. Но вот когда прилетят пришельцы, придется объясняться. Мне страшно. Мне тоже. Давай зловещую музычку.
Программа озвучена на студии «Кириллица», текст читал Алексей Войтюк.